началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Гарри Поттер 1 по 4 года обучения. Проходим эту игру на 100%. У нас вторая глава, и пока на улице идет дождь, мы начинаем свободку. И также берем вот этих двух персонажей. Но нам дается, да, три. Так. Угу. Так. Угу, у нас тут тоже гроза. И у нас на улице тут гроза. Так, значит, берем Гермиону и сразу забираем персонажа. Так, по порядочку. И у нас тут Рон, костюм девочки. Идем дальше. И для следующего нам нужно активировать все 9 цветов, а также зажечь лампочки. 7 лампочек. Так, ну пока что идем дальше. Итак, следующие у нас цветки находятся вот тут вот. 3-й, затем 4-й, а также лампочки. 2-я, потом так, вот мы зажгли. Так. Ну и пока тут вот еще 2 цветка. 5-й, 6-й, и также мы сейчас с вами заберем 2 герба. Точнее, 2 половины. Так, вот 1-й. А также 2-й. Слизерин и Пуффендуй. Так, идем дальше, друзья. Далее у нас, опять же, цветки. Это у нас 7-й. 8-й. А также 9-й. Так, еще один, еще одна часть герба. Так, потом открываем здесь стол. И здесь у нас Гарри Поттер Хогвартс. Так. Еще тут у нас 2 лампочки. 3-я и 4-я. Отлично, идем. Ух ты, нифига. Идем дальше, друзья. И последние лампочки у нас находятся вот здесь вот. 6. И последняя находится. Так. Вот здесь. Так, получаем герб. А также персонажа. Ух ты, 2 фиолетовые монетки. Неплохо. Мадам Малкин какой-то. Этого персонажа я не знаю, либо просто не помню. Идем дальше. Ну, в принципе, друзья, мы всех собрали. Можно сохранить и выходить. Рон, костюм девочки. Гарри Хогвартс. И мадам Малкин, наверное. Или Малкин, не знаю. Герб факультета у нас. Все 4. Так. Истинный волшебник тоже на 100% я дособрал. Там, в принципе, немного оставалось. Так, монетки пропускаем. Золотые детали. Ну, или же блоки. 51, 52. Отлично. Ну а на этом, друзья, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока.